Всем привет, и это очередной влог одного моего дня. И начинаю я его сегодня в магазине «Лента». Вот заметила, что интересное. Вот такие вот горшочки по 99 рублей. Сегодня еще в «Вимос» пойду такие горшочки смотреть. Вот. Так вот. Батарейка садится. Взяла себе еще тирет. Потом покажу, что я с ним буду делать. В «Ленте» он стоит 207 рублей, дешевле всего, потому что он есть и в «Магните», и на «Озоне», и он есть, в принципе, везде, потому что это тирет, как вы понимаете, бренд, да, поэтому он есть везде. Но, короче, вот так вот. Какого огромного лосося привезли. Цена 887 по карте. Угу, вот есть половинки. Ну, прям свежатина, прям такой хорошенький. Прям ух, какой хорошенький. Вот тут такие разделанные уже по 1400. Угу. Все. Ну ничего, это сейчас просто похолодало. Сейчас жара начнется. И цены растают вместе с жарой. Ну понятно, да? Когда продукт начинает портиться, его быстренько стараются продать. Ну какие они огромные. Наверное, почти ну, сантиметров 70-80 точно одна рыбина. Прикиньте, ни в какую духовку не влезет. Ну что, ребята, как призывает «Лента», работайте с душой, и тогда все будет супер-пупер, улыбайтесь. Угу. Ну что, сейчас поеду дочь заберу, и тогда будет веселее. Ну что, приехали мы сегодня в другой светофор, тоже немножко поснимаю. В прошлый раз говорили очень многие, что этот магазин больше похож на склад. Ребята, в этом и фишка всех светофоров, что они похожи на склад. Именно потому, что здесь никто ничего по полочкам не раскладывает, соответствующие цены в магазине. То есть очень многие вещи здесь можно купить просто за сущие копейки. Допустим, вот те коричневые кашпо, в которые у меня посажены петуньи, которые я показывала, длинные кашпо, в магазине стоят 300-400 рублей, а здесь я их брала по 142 рубля за штуку. То есть, понимаете, разница в цене очевидна. А мне все равно, в коробке они, на полке они красиво разложены или нет. Мне важна цена. И поверьте, в эти магазины ездят люди на таких машинах, которые стоят больше, чем моя квартира. Так что вот так вот. Пойдем, поснимаем. В прошлом году брали рулонные шторы. Вот в этом году они 431 стоят. По-моему, в прошлом году были 200. Вот тут еще есть палки для скандинавской ходьбы. Себе тоже купила. Тут тоже есть светильнички. Скатерть ажурная какая-то, 82 рубля. Ну вот, кстати, вот такая штука очень классная. Особенно, когда вам свет вырубают, а кушать хочется или чаю попить. Тут даже два по цене одного. Вау, это два по цене одного. Вау. Вот такая вот алмазка, 253 рубля. Такой вот цветочек, вернее, бабочка. Не хочешь? Не, не хочу. Не хочешь, уже все перехотела. Ладно, погнали дальше. Здесь вот так. Ага. Здесь тоже есть вот табуреточки. Табуреточка вот такая. Вот такая табуреточка стоит 198 рублей. А сколько они стоят в супермаркетах? Рублей 600, не меньше. Так что, ну вот так. Соковыжималка для цитрусовых 500. Это блендер. А сколько он стоит? А на него что-то ценник я не вижу. На блендер. Соковыжималка для цитрусовых. Вот такая вот прикольная. Цена очень хорошая. А, это она такая, что? Она электрическая или механическая? Что-то шнурочка не вижу, не видать. Не буду распаковывать. Посуда, бокалы, набор стаканов 172 рубля, угу. Набор бокалов, набор кухонных ножей, такие вот кастрюли, набор кастрюль 1300, три кастрюли 1347, литр 4, 2 литра и 3,6, вот так вот, дешево и сердито.
Так, так, так. Вот такой набор посуды. 1473. Так. Всякие шампуньки. Средство универсальное. Пленка пищевая. Тра-ля-ля. Это что такое? Сухой шампунь. Сухой шампунь 108 рублей. Так, так. И вот, в общем, всякого-всякого. Так, сейчас быстренько здесь проскочим. О, смотри-ка, саморезики. А саморезики почем? 221 рубль. Они есть разные. Взять. Не взять. Взять. Скатерку взяли. Две по цене одной. В хозяйстве сгодится. Для других всяких нужностей. И всегда всему применение-то найду. Ага. Так, тут всякие вон палатки какие-то, еще чего-то. Банки, склянки. Ну, не банки, а эти контейнеры. Вот. Кружка для миксера 94 рубля. Набор емкости шипучих. Вот такие вот всякие. Набор. Но они из пластика. 87 рублей. Угу. Так, вот такие вот всякие. Кассета для рассады. Такие вот. 33,60. Такие вот штуки. 424. Вот это что такое? Шланг. О, надувной матрас. Не знаю, сколько стоит. Угу. Вот коврички для фитнеса 197. Опять стульчики 193. Вот такие вот штукенцы на колесиках 107 рублей. Взять что ли? Нет, нас папа из дома выгонит. А, так, сейчас буду ругаться. Угу. Сковородки. Сотейники, всякого-всякого. А вы нас пропустите как-нибудь, чтобы мы не возвращались? Пожалуйста. Спасибо большое. Вот игрушечки. Видите, какой мальчик добрый попался. Спасибо. А тут пришлось нам обходить. Угу. Опс. Все слышали, чтобы вылечиться от коронавируса, потребуется не один месяц. Ну, какие петушки на палочке. Смотри, дочь. 109 рублей. Ну, нет. Мы лучше тебе купим медовые с орешками за 93. Так. Угу. Шоколадки всякие. Прям все упаковками. Ну такой, типа, мелкий опт. Но как бы вот эти маршмеллоу вот такие вот. В магазине они 300 рублей стоят. 200. Что ты хочешь? Что? Ой, наши вкусные конфетки. Вот эти вот конфетки. О, вот это мы берем, да, дочь? Берем, это мы берем. Жевательные конфетки очень вкусные. Так, взяли. Ага. Видите, как весело с дочерью ходить. Мамка что-нибудь не заметит, дочь-то все время напомнит. Угу. Вот такие всякие лампочки. Такие штуки, вот такие фонарики. Угу. Не помню, сколько стоит. Что-то они тоже за недорого. Да. Так. Вот тут вещи, обувь, салатницы. Сланцы детские 42 рубля. Это которые? Это вот такие вот. 42 рубля. Ну, 43. Сандали мужские. Вот такие тапочки. 87. Туфли женские, летние. Не знаю, какие. Тоже 87 рублей. И вот тут тапки, туфли комнатные, 147. Сланцы мужские, сланцы женские. Ну, вот так вот. Вы говорите склад.
На этом складе можно неплохо затариться. Ага. Закупил. Ну, вот по поводу продуктов всегда надо все пробовать. Ну, Бибип, разрешите проехать? Попробуйте. Попробуем. Нет, не разъедемся. Надо вперед чуть-чуть вам продвинуться. Вперед чуть-чуть, это куда? Вот сюда, вот чуть-чуть правее. Вот, супер. Видите, как вы супер запарковались. Спасибо. Почему-то в голову пришла мысль нехорошая. Вежливость – лучшее оружие вора. Ну, мы ничего не воруем никогда в магазине. Но почему-то эта мысль пришла в голову. Ага. Ну, это из «Джентльменов удачи», кто не помнит. Из фильма. Ага. Еще в холодильник. Холодильник. Упс. О, как сегодня здесь холодно. Мамочка. Проходите. Что, дочь, сегодня опять твоих коктейлей нету? Что-то куда-то они пропали. Пропали. Ой, смотри, какая штукенция есть. А что это такое? Желе какое-то. А сколько стоит? Неизвестно, цена неизвестна. Что, давай возьмем две? Давай. Давай. Прыгает, прыгает от радости. Так, на. Раз. На. В общем, вот такая вот. А, слушай, она есть желтеньким, а есть зелененьким. Какой берем? Берем такую и такую. Да. Да. Так, возьму еще сливок. Сливки очень понравились. А, 61 рубль. Крем молочный, княжеский любимчик. Вот. Сливки возьму еще, 89 рублей. Сливки настоящие, после открытия максимум 3 дня хранения. И все, и капут. Так что не так, что откроешь. А, есть твои, а, это эти. Такие йогурты, она вот такие вот коктейльчики любит. Сегодня нет, вот тоже, кстати, вот в магазине вот эти Эрманы стоят 60, здесь 32,60. То есть в 2 раза меньше цена. Вот. Так. Так. Упс, упс. Упс, упс. О, тепло. Ну все, идем на кассу. Идем на кассу. Лоргексидин 14,70. Бери, не хочу. Сейчас возьмем. Ага. Ну, в общем, как вы поняли, если без фанатизма и шопоголизма, то в светофоре всегда можно найти какие-нибудь нужные вещи по очень низким ценам. И на что бы этот магазин не был похож, на оптовую базу, на склад, многим людям не важно. Это магазин, а не ресторан. Мы сюда не кушать ходим, а походим покупать. И как выглядит магазин лично, мне по жбану. А если вы обратите внимание, в больших супер-пупермаркетах, там типа таких мега каких-нибудь, то там, на если голову когда-нибудь вверх поднимете, то там тоже прям товары сложены на палетах, пачками на верхних полках, вот так вот стоят, занимают там место. Поэтому они такие высоченные, ночью все там снимают, достают и расставляют на полочке. Так что вот так вот. Поехали мы дальше, да, дочь? Да. Все. Ну что, прибыли мы в семейный магнит. Поехали тут покатаемся. Парам-пам-пам. Ну, мы сейчас сразу пойдем в садовый магазинчик. Ага, отдельчик. Так, тут горшечки. О, один стоит еще, смотрите-ка. Ага, вот он. Самый пыльный. Я не врала, когда говорила, что они пылятся. Видать вам? Я его тоже заберу. Вот, кстати, вот такие корзинки в светофоре были по 200 рублей. А здесь они стоят вот так вот. Угу. Так. Горшочки, горшочки.
Горшочки, горшочки. Ну я-то знаю, где спрятаны те, которые нам нужны. Халява кончилась. Они стали по 239 рублей. Были по 180. Но все равно 3 штуки возьму. А, халява кончилась. Ну так вот. Блин. Вот ведь. Ну что ты будешь делать? Тоже он пыльный, но возьму 3 штуки. Так, дочь. Сейчас. Тут тоже есть тирет. 229 стоит. Это тирет для стиральных машин. И вот босик-плюсик подорожал. Ну, последняя бутылочка жидкий. Мы его тоже заберем. Вот так вот. Что тут еще по акциям? Кондиционеры. Может быть, тоже взять. Может быть, не взять. Ну, в общем, посмотрим. Пион. Мы тут раз перепутали. Взяли не тот, какой надо. Мы обычно вот этот пион берем. А взяли не тот, какой надо. Я думаю, что-то белье как-то по-другому стало пахнуть. Ой, пыльнючий, грязнючий. Босс-плюсик, доча, босс-плюсик последний забирай. Угу. В общем, народу немного. Села батарейка, ребенку говорю, поковыряйся у меня в кармане. Она ковыряется, ковыряется, говорит, там ничего нет. Говорит, как ничего нет? Говорит, там только телефон и батарейка. Я говорю, ну так батарейка нам и нужна. Так, погнали дальше. Вот девочки спрашивали, где салфетки, вот эти яйца, да, обклеивать. Вот, ой. Вон мишки, вот такие воздушные шарики, сердечки, вот такие мишки. Вот обычные салфетки, понимаете, вот из супермаркета, вот такая вот расцветочка, вот такие вот розочки. Вот, понимаете, просто в супермаркете вот отдел. Салфетками берете такие салфетки и потом обклеиваете яйца. Так, магнит заботится о нас. Мама выкинула кастрюлю одну, вернее сковородку. Угу. Вот эти ножницы зачетные вообще, вот 349 рублей. Прям не нарадуюсь на них. Ага, у меня ножницы на кухне просто немерено. Я ж не могу мимо пройти так. Вари. Вари классные сковородки. Ну, их нету, чтобы они подходили к индукционным плитам. А так они, я их прям так эти Вари люблю. Варежки. Варечки. Угу. Вот такую вот выкинула сковородку. Вся из поскоцарябалась. Сейчас посмотрим, может, что-нибудь вот такое возьмем. Угу. Сейчас посмотрю, что к индукции подходит, то и возьму. В общем, вот такую вот сковородку выбрали. 1500 стоит. Все, поехали дальше. Ну, покатаемся. Угу. Тын-тырин-тын-тын. Тарам-пам-пам. Камеру просто кручу, чтобы людей не снимать. Вы же знаете, как я люблю людей снимать. Так, сейчас немножко, ух, как сделаем. Угу. Так. Магазин, конечно, у нас этот семейный магнит. Он такой, знаете, наладом дышит. Вот, видите, какие пробелы на полках. Такое частенько бывает. Лента ему, конечно, перекрыла кислород этому семейному магниту. Раньше здесь народ табунами табунился, а теперь все. Халява кончилась. Теперь все в ленту ездят затариваться. Сахар. Сахар сейчас не помню, дочь. Давай возьми один пакетик, пожалуйста. Вот такой вот синенький. Ага. Вот так вот. Такой вот огромный. Огромный магазинище. Видите, как народу много. Вот. Угу. Между прочим, пятница уже после обеда. Раньше, блин, не протолкнуться было. А теперь все. Скукота. Ребенок не может взять сахар. А, ребенок. Сейчас он пакетики оторвал. Ну, нашелся. А там рваные, что ли, были? Держи, клади.
Накладывай. Налаживай. Так. Так вот положим в пыльнючий пакет этот горшок. Даже некому обтереть эту пыль. Угу. Опять у меня там траля-лякает смс-ка. Опять смс-ка траля-лякает. Траля-лякает. Но в семейном магните тоже очень многое, что бывает по акциям, по хорошим. Так что, ну, когда ты на машине, тогда легко бегать по магазинам. Угу. Ой, какая морковка красивая. Вообще. Ну, почти. Почти красивая. Картошка египетская, классная. Вот картошечки мы сейчас возьмем. Да, смотри, какая классная. Надо взять. Взяли картошки, поехали дальше. В те отделы не пойдем нынче. Угу. Пойдем возьмем фаршика. Готового чуть-чуть. Дома сделаю такую, эту, типа овощного рагу, картошка с капустой и с морковкой. Ну и с фаршиком. Угу. Ага. Ага. Так, каждый день они собирают. Видите, народу вообще в магазине практически нету. Наладом дышит магазин. Давно уже он. Так, вот фаршик. Сейчас какой-нибудь возьму. 304, 349, 294. Угу. Чтоб всем хватило. Люлей. Ну, тут вот, как и в ленте, есть отдел кулинарии, но в этом отделе я больше ничего не беру принципиально из своих личных заскоков, тараканов в голове. Просто принципиально не беру. Поругалась я тут очень сильно. Угу. А сегодня у нас какое число, дочь? 21. Первое, да. Половинку хлебушка возьмем. Хлебушка мы сейчас едим мало. Угу. Так, вот тут у них своя какая-то тоже кулинария всякая. Сами они тут тоже готовят. Ну, это сейчас во всех супер-пупермаркетах. То есть у них тут свой хлеб, так же, как и в ленте. Свои булочки. Всякое-всякое. Вот такую вот косичку я себе за 13 рубликов возьму. Угу. Ну и все. Пойдем на кассу. Сейчас поедем в Вимас. Сегодня сходим в Вимасе на второй этаж. Покажем вам там посуду. Ну и всякое интересное. Все, идем на кассу. Ну что, в магните мы затарились. Теперь едем в Вимас. В Вимасе нам надо посмотреть глиняные кастрюльки. Че почем. И нам нужны кирпичи. Угу. Приехали мы в Вимас. Жду, когда на стоянке поближе к выходу место освободится. Там вот товарищ один из Белоруссии. Сейчас ремень пристегнет. Отъедет, и мы встанем на его местечко. Вон, давай, милый, давай, давай. Освобождай нам шикарное место поближе ко входу. Ну что, прибыли в Вимас. Вот они, пионы, которые никто не спас. Все, им уже хана. Но цена. Так, ладно, вон климатисы есть. Не знаю, может, как-нибудь... Я решу климатисы завести. Но пока нет. Пока едем. И тут всякие электро, всякие пилы, бензопилы. Магазин огроменный. Так. Угу. Сейчас вот здесь вот хочу сетку посмотреть. Потому что в светофоре сетку, которую я брала по 400 рублей, уже нет. Вот смотрите. Вот она, эта сетка. Вот. А в светофоре она была по 400 рублей, понимаете? Вы говорите склад. Да хоть три склада. Лишь бы цена была. Ай, печалька, конечно. Ну, что поделать. Вот такая вот маленькая коротышка. 1300. 1073, оговорилась. Горшочки. Горшочки. Сейчас поедем, еще ведерок возьмем. Вот такие вот, как у меня.
410 рублей, только белые. Вот такие вот коричневые, 351 рубль. 142 рубля были в светофоре. Сейчас поедем, мы тут Банны, Хамени. Угу. Там баня, банный отдел, всякого-всякого здесь. О, многие вот не знают, что у нас, потому что Вимосы, по-моему, есть только в северо-западном регионе. Мочалки, всякие дощечки, скамеечки, столики. Так, так. Я тут на зоне ночью поназаказала всякого хозяйственного. Но так как мы сегодня в Вимосе, я куплю в Вимосе многие вещи. И то, что приедет на зон, будет возвращено обратно. Потому что в Вимосе, я больше чем уверена, мы сейчас возьмем дешевле. Мне нужны шпатели для затирки, потому что муж не может вспомнить, где у наши старые шпатели лежат. Они тут или они там. Вот. Так что, так, кисточки, а где шпатели? А где шпатели? Видите, какой огромный выбор. Так, всякие скотчи. А где шпатели? Такие резиновые. А где резиновые всякие шпатели? А, вот только вот это и все? Вам для чего? Для затирки. Вот, они наверху, да. Угу. Вот такой вот типа зубр 142 рубля был на Озоне. Сейчас. Так, этот очень твердый. Вот этот зубр. Возьму такой зубр для затирки, помягче надо. Вот такой широкий один возьму. И маленьких несколько штук. Вот по ценам. Гораздо дешевле уходит, чем я тут на Озоне назаказывала. Пока что выключусь немножко. Немножечко у меня там получилось. Забыла кнопочку записи нажать. Вот еще вот такие всякие досочки есть. Чего тут только нет. Огромный магазин. И вот эти драгоценные емкости, в которые можно сажать цветы. Вот, допустим, вот такие вот контейнер для строительных растворов. 500 рублей он стоит, вот такой вот здоровенный. Вот вам сразу готовая квадратная клумба, если хотите. Угу. Тут контейнер подешевле, 432 рубля. Вот эти ведра. Ведро 16 литров, 141 рубль. Вот это ведро 40 литров, 354 рубля. Вот. Да, и вы видели, я вам в прошлый раз показывала, сколько стоят эти ребята. И вот 518 рублей. Вот такая квадратная клумба. Чем она хреново? Я в прошлый раз что-то не обратила внимания, что есть такие квадратные. Квадратные-то гораздо интереснее. Ага, я думаю, что надо взять такой за 500 или за 400. Угу. За 499, за 555. Побольше. Сейчас что-нибудь определюсь. И вот 12-литровые по 79 рублей. И вот тут всякие затирки. Ты-ты. Кафельная плитка. Там вот линолеумы. Еще всякие ведра. Угу. А пол-то здесь как блестит. Как в музее. Вот так вот. Так, сейчас что-нибудь... Сейчас что-нибудь возьмем, какой-нибудь такой квадратный контейнер еще один. Сейчас определимся, какой лучше. Вот этот 555, 499, 518. Ну и выигрыши, естественно, за 499 рублей. Вот его мы и возьмем один. И на всякий случай еще одну ведерочку возьму, 12-литровую. Идем на второй этаж, лифта здесь никакого нет. Угу. Волчара тут, вот видите? Я же вам говорила, что тут везде чучело. Волчара.
короче. Погнали дальше. В общем, тут обои. Обои нам не надо. Но тут много всяких красивых. Даже с образцами есть. Всякие панели. Карнизы. Ой, ну вот эти вот. Ой, вот ведь красотища. Вау. Вау. Вот, видите, как сделано классно. Вот приклеено, чтобы вы могли видеть. А там уже рулонами лежат. Вот так вот. Прикольно, да? Придумка такая. Буду сейчас идти пыхтеть, потому что тут колясочки нету. Бытовая химия. Угу. Ходить мне тяжело. А идти нам, ой, недалеко, слава богу. Хорошо, что мы с этого края пошли. Ребенок там как в зоопарке ходит. Потом обратно пойдем, покажу. Доча, не отстаем от мамы. Ой, в общем, тут тоже посуда полным-полно. Ой, не могу, все, уже запыхтелось. Ну, какие чайнички. Я чучело смотрела. Чучело, я поняла, что ты чучело смотрела. Угу. Ну, какой мелкий. Такой маленький. Малявочка такая, на 0,7 литра. Угу. Тут тоже сковородки. Всякое-всякое. А я хочу вот это вот дело. Вот, что я хочу. И, наверное, вот это мне понравится. Вот, надоело мне готовить в этом самом на плите. Хочу его готовить в духовке. И 759 рублей. Ну, вот из всех, то, что здесь есть, 1500. 1200 вот такая. Угу. Сейчас подумаю. Какую-нибудь надо взять. Или вот такую взять за 1500. Ну, беленькую. Ну, беленькую. За 1000 с лишним заказано у меня на Уайлдберрисе. Вот даже не знаю, какая лучше. Но вот это мне не нравится, что ручки вот так вот. Наверное, я еще подожду. Тут, как говорится, лучше не скупиться, подождать, посмотреть. Что ты, дочь, увидала? Ну да, тарелочки на улице. Угу, тарелочки для маленьких. Улыбашки, смайлики. Угу. Прикольные, да, тарелочек тут тоже валом. Целая радуга. На любой вкус и цвет. И главное, никого нет у этих продавцов. Я уже один раз тоже так ругалась из-за этого, что, говорю, ходишь по магазину, как в музее. Что не спросить, где, что, чего. Тоже кружечки, пиалочки. Всякого-всякого. Всякого-всякого. Ложки, поварёшки, скалки. Так, ну, я посмотрела. Не буду торопиться покупать. Вот тут тоже всякие ведра, контейнеры. И еще... Там вот мебель, здесь можно кухонные гарнитуры купить. Все, что хотите. В общем, магазин просто супер-мега-огроменный. Здесь когда-то была школа. Когда-то была школа здесь, в этом здании. Я уже об этом говорила. Теперь здесь огромный супер-мега-строительно-хозяйственный магазин. Какие комодики. 6000... 14, а что так? Что-то дороговато. Угу. Так. Прихожие, полочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Поможешь уже чем-то? Нет, спасибо. Мы уже все нашли. Угу. Так. Девушка вежливая какая.
О, первый раз такое спросили. Помочь Лешке. Вот тут ребенок, зоопарк, видите, смотрел. Вон, бобры, чучело. Это все можно купить, я так полагаю. Или просто так для интерьера, я не знаю. Я думаю, что продается, но я думаю, что за очень дорого. Угу. Запах от них, конечно, тоже. Не трогай, пожалуйста, руками. Это же... В общем, вот такое. Тут 100 миллионов тысяч один светильник. Диванчики. В общем, все. Все, что хотите здесь. Есть очень много. Находится он не в городе. Ну, уже черта города. Раньше считалось, что за городом. Теперь уже в черту города вошел. Косульки какие. Вот. В общем, сейчас пойдем вниз. Вот там еще заяц подбегает. Тут волк. Внизу там заяц. Так вот. Магазин огромный. Там сантехника и все-все-все. Так, буду спускаться, сейчас камеру выключу. В общем, зарядили у нас дожди. Ой, под дождь попали. Блин, кирпичи пока накладывала в багажник. Блин, чуть ногу себе не сломала, не знаю, блин. Потом домой приеду, посмотрю. Ну, что-то, блин, что-то как-то так палец у меня сорвался. Ну что, кушать очень хочется. Сейчас попробуем заехать в нашу любимую евростоловую, если они работают. Если там народу немного, то снимем вам, покажем. Но кто, опять же, был у меня в Инстаграме, тот видел фотки из этой столовой, которая выглядит как ресторан. Ага, вот. Ну, не знаю, у них бывает по пятницам какие-нибудь спецзаказы, там, знаете, типа свадьбы, юбилеи, поэтому бывает, что они в пятницу закрыты. Но очень хочется кушать, так что погнали мы. У нас время уже 4:30 вечера, дождик хлещет. Ой, поливает просто. Едем дальше. Раньше ходили кушать вот в это кафе. Но в прошлом году, после вот этой всей пандемии, просидок дома, зашли мы к ним раз, зашли мы к ним два. Первый раз нам котлетку не доложили, второй раз два кусочка хлеба не доложили. Ну и я решила, что нам больше в этом кафе делать нечего. Я даже не буду его название показывать. Кто живет в городе, тот поймет, что это за кафе такое. Были мы у них постоянными клиентами, там замечательно, так уютненько, цены как в ресторане. Но когда в меню написано «домашние котлеты», и их всегда было две штуки, а вам приносят одну, и когда в хлебной корзинке всегда было 6 кусочков хлеба, а вам приносят 4, и еще говорят: «давайте побыстрее, а то у нас все столики заняты», ну это уже трешак, ребята. Это такое неуважение к постоянным клиентам. В общем, я сказала, что больше ноги моей в этом кафе не будет, поедем вот в нашу теперь уже излюбленную евростоловую. В общем, не доехали мы до кафешки своей, пробила я колесо. Теперь ищем мастера, который приедет и нам поменяет колесо. Благо, что есть запаска. Но без приключений я никак не могу. Ну, лужи, ямы и привет. Вот такие у нас дороги и в городе. Угу. Сидим, купуем, ждем. Может быть, удастся договориться. Тут он какая яблонь, колесо-то растет. Не хочет камера фокусироваться. Тут цветет. Ждем у моря погоды. Ну что, девчонки и мальчишки, благо есть интернет, есть хорошие шиномонтажи, приехала скорая помощь, все нам поменял, и теперь мы едем домой. Уху! Такая я счастливая, что нам не пришлось тут до ночи сидеть, когда муж приедет. Все нам поменяли, все. Колесико новенькое, прям запасочка еще заводская из салона. Все, едем домой. Все-таки добрались мы до кафешки, сейчас покушаем. Покажу, сейчас там люди сидят. Вот такая вот кафешечка. Угу. Классно здесь, да? Просто музыка играет, не буду долго держать камеру. В общем, себе взяла половинку щей. Ну, время уже 5 часов, поэтому, как говорится, остатки сладкие, пятница.
Ребенок еще попросил себе сосиску в тесте, тоже целую тарелку щей взяла. Все, будем кушать и едем домой. Собственно, ну а на этом сегодня все. Такой веселый денек у нас подходит к концу. Как обычно, всем желаю всего хорошего, мира и добра. Ну и кто кушает, приятного аппетита. И пока-пока. Дождик за окном хлещет. Там он сидит, партизанчик. Мокрый весь, нахухленный. Но сидит. Ой, Маруська бегает, хрюкает. Спрятался.